Всем привет, дорогие друзья! Так, завтра будет 30 декабря 2021 года, день Сабхала Экадыш. Да, это праздник, сутки нужно будет выдержать пост. Вайшнамский праздник, очень значимый для судьбы, для кармы. Сейчас оговорим время, оговорим саму легенду, само предание. Сразу хочу сказать, что даже сама история, связанная с этим Экадышем, считается, что тот человек просто даже если услышит полностью всю эту историю от начала до конца, он уже получает благословение или заслугу, равную соблюдению самого Экадыша. Если мы еще соблюдем Экадыш, то благословение усилится еще там в десятки, а то и сотни раз, да, то есть на самом деле праздники или же так называемые кадыши, они довольно мощные в плане улучшения нашей кармы, улучшения нашего и благополучия, дорогие друзья, в том числе, потому что очень часто люди пишут, спрашивают, как решить те или иные материальные проблемы. Это один из тех способов, с помощью которого можно изменить свою судьбу. Но важный элемент, мы должны понимать, осознавать, для чего мы делаем, для кого мы делаем, да, то есть мы должны как минимум принадлежать вайшнавской традиции, любой традиции, это может быть Шри Сампрадай, это может быть тот же самый Искон, Гауди, последователи Джаганатхи и так далее. То есть не принципиально. Самое главное, чтобы мы принадлежали этой традиции. Тут, в этом случае, почему это важно? Потому что, когда мы осознаем важность, мы имеем возможность еще и точечно направлять данное благословение. Оно, в принципе, будет в любом случае работать. Но если мы еще и осознаем, понимаем, то в этом будет на порядок больше самого благословения, то есть энергии благословения. Давайте зачитаем. Так, время входа 30 декабря, четверг, 8 часов 59 минут. Время выхода из поста Сабхала и Кадыши 31 декабря. С 8.59 до 11.29 по московскому времени для часового пояса GMT плюс 3. И читаем далее. Этот Сабхала Экадыши приходится на периоды убывающей луны в месяце декабре-январе. Слава этого Экадыша описана в Брахманда Пуране, в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира спросил: «О Кришна, как зовется тот Экадыши, что приходится на периоды убывающей луны в месяце декабре-январе, и как человек должен соблюдать его? Пожалуйста, подробно расскажи мне об этом». Верховный Господь Кришна ответил: «О лучший из членов династии Бхараты». Династия Бхарата, кто помнит, да, Индия сама по себе называется еще и Бхарата, а здесь еще и династия Бхарата. Да, такие не случайные случайности. Дальше читаем. Давайте сначала. «О лучший из членов династии Бхараты, как Шеша лучший из змей». Шеша – это божество, на котором возлежит Шри Нараяна в йога-нидре. Да? То есть его всегда изображают лежащим на боку, этот белый змей, вселенский змей. Гаруда – лучшая из птиц. Гаруда – это тоже вахана. Вахана, на которой перемещается Шри Нараяна. Он всегда является, да? Вот. Жертвоприношение коня – лучшее из жертвоприношений. Жертвоприношение коня – там тоже очень мистическая история. Да, то есть почему-то нам описывают, что коня убивают. В некоторых легендах говорится, что жертвоприношение коня, оно связано с тем, что коня убивают. Но по некоторым легендам его не убивают, его просто отпускают.
Очень мистичная история. Возможно, я потом как-нибудь попробую прояснить все это, но это легенда, которая... Это история, которая исполнялась в очень-очень ранних историях, связанных с ведическими писаниями. Так, как Ганга лучшая из рек, Господь Вишну Нараяна лучший из богов, а брамины лучшие из людей, так и экадыши лучшие из обетов. Давайте еще раз прочитаем, потому что здесь действительно очень много знаний. Вроде бы простые фразы, но как они о многом всем нам говорят. И все, что говорит Кришна, оно как бы подразумевается, что ну, это неоспоримые вещи, да, то есть бессмысленно об этом спорить, потому что Шринараяна, высший Господь, который описан в ведических писаниях, проявившись как Кришна-аватар, он выразил подобное утверждение. Зачитываю еще раз. Лучший из членов династии Бхараты, как Шеша лучший из змей, Гаруда лучший из птиц, жертвоприношение коня лучшее из жертвоприношений, Ганга лучшее из рек, Господь Вишну Нараяна лучший из богов, да, то есть довольно часто ребята, подписчики пишут, вот вы Шиву обижаете, унижаете его, Брахму, да никого не унижают, друзья, хорош. Ну вот же, вот смотрите, Господь Вишна сам говорит, Господь Вишну Нараяна лучший из богов. Все. Что еще сказать? Шива, причем я не говорил, что Шива плохой, а то бывает, знаете, как-то немножко недовольство бывает. Нет, я очень хорошо к ним отношусь. Дальше. Брамины лучшие из людей. Почему брамины лучшие из людей? Это каста священнослужителей. Считается, что люди, которые обладают подобной кармой, они обладают самыми лучшими, благородными и чистыми качествами, связанными с верхними энергетическими центрами. Да, то есть, если у человека забиты верхние энергетические центры, область третьего глаза, сахасрара чакра, вишудха чакра, он никогда не станет священнослужителем. Брамином не будет заниматься духовной практикой. Если у человека закрыты верхние центры, человек будет жестким атеистом или просто атеистом, неважно. Да? То есть люди, у которых верхние центры не работают, они по своей природе, они атеист, да, они говорят всегда, а ты мне докажи, что Бог есть, да, как будто я должен ему доказывать, что Бог есть, это твои проблемы, ты должен сам для себя прояснить, что Бог есть и так далее, я еще буду это кому-то доказывать, ну, для примера я говорю, да, у меня таких, бывают, конечно, но я обычно быстро прекращаю такие пустые разговоры, как бы ему надо, он и должен себе это доказывать, вот как-то так вот, но брамины, понимаете, это души, которые обладают самыми возвышенными качествами. Естественно, дорогие друзья, в Кали-югу браминов, точно так же, как и кшатриев, чистых браминов или чистых кшатриев, очень тяжело найти. Практически невозможно. Но, наверное, на 100 браминов, которые находятся при служении в храмах, в ашрамах, в местах силы, да, вот, едва ли один действительно обладает подлинными качествами. Все остальные обладают смешанными качествами. Они одновременно обладают и кармами шудр, кармами вайшьев, кармами кшатриев, ну, естественно, кармой какой-то небольшой частью, кармой брахманической касты, да, то есть совсем, скажем так, 25% всего лишь. Ну, для примера я говорю. То есть чистых кшатриев не существует. Отсюда и отклонения. И точно так же, как и у нас среди наших священников очень много отклонений, точно так же и в Индии очень много отклонений. Просто огромнейшее количество отклонений. Но от этого не избежать. И я поэтому говорю, что нужно лояльно относиться, потому что уровень каст очень сильно понижен. Очень сильно, да? Допустим, в прошлые эпохи, допустим, иногда люди, которые не совсем понимают, что происходило на поле битвы Курукшетра, они говорят, ну как это так, вот на поле битвы Курукшетра там несколько
сотен миллионов, а то и чуть ли не 1,5 миллиарда человек погибло, не считая слонов и коней, да, то есть коней и слонов еще столько же, да, то есть там, как говорится, реки крови текли в этой долине. Долина сама по себе 150 километров в длину и в ширину около 100 километров, то есть она огромная, и вот в этой долине происходила битва, да, и обратите внимание, никто не говорит, что ведь на самом деле во время этой битвы не погиб ни один человек, мирянин, да, то есть воевали только кшатрии, только кшатрии. Но при этом наш человеческий ум, он задает вопрос, как это так, за такое количество времени так много людей погибло, да, вот, но... Все эти люди, которые были кшатриями, вступили в этот поединок, они обладали качеством благородства. Знаете, в чем их достоинство? Одно из достоинств, которое там было. Не было ни одного погибшего мирянина. Не было ни одного человека, который принадлежал какой-то другой касты. Никогда битва не происходила ночью. Ночью они вообще ходили в гости друг к другу. Да, в наших войнах не было ни одной войны, чтобы не гибли миряне. То есть... 60% жертв это всегда обычное население, да, то есть это сопутствующие какие-то жертвы во всех войнах, да, то есть это не чистая война, это указывает на то, что наши воины, наши кшатрии лишены чести. Они не могут проявить свою доблесть, они не могут проявить свою честь, они стреляют из-под тишка, они воюют ночью, они добивают лежачих, добивают раненых, да, то есть ни один кшатрий в прошлую эпоху не добивал раненого. Если человек упал, это говорилось, это указывало на то, что он признал свое поражение. И это было нормально, никогда никого не добивал лежачего, тем более раненого. Обратите, как у нас происходят бои в ММА. Да, то есть ты должен лежачего забить настолько, чтобы он потерял сознание. Это считается победа. Но это не победа, это поражение, потому что это не спорт, это какое-то насилие уже, да, то есть это не отработка действительно каких-то профессиональных качеств, это просто, наверное, такое денежное казино. Я не хочу сейчас погружаться в это, да, то есть это для сравнения я говорю, что почему вот брахманы, они считаются лучшими из людей, потому что они обладают самой лучшей кармой, и эта карма проявлена в виде того, что у них лучше всего работают верхние центры. Соответственно, у кшатриев немножко похуже, у них очень сильно развита вишудха чакра, у вайшья очень сильно развита манипура чакра и... Потом как-нибудь эту тему оговорим. Соответственно, у шудр рабочей чакрой является муладхара чакра. То есть самая нижняя чакра, копчиковый центр. Дальше. Так и экадыши являются лучшими из обетов. О, лучший из царей. Человек, соблюдающий экадыши, очень дорог мне. Та заслуга, которую можно приобрести, совершая аскезы на протяжении 5000 лет, достигается просто благодаря соблюдению экадыши всего лишь одного дня. Вот мы соблюдаем этот пост, соблюдаем этот экадыш, и, соответственно, мы получаем благословение, равное тому, если бы человек совершал, допустим, какой-то другой традиции аскезу на протяжении 5000 лет. Разница просто огромнейшая. Чувствуете, да? Вот, а если считается, что в месяц два экадыши, один на светлой луне, другой на темной луне, 24 их в году, какие-то посильнее, какие-то послабее. И вот считайте, что 24 экадыша в году, если соблюдать, то это можно такую, столько заслуг накопить, столько благословений получить, что ну, к концу жизни можно просто вообще ничего не делая стать святыми. Ну, конечно же, нужно... придерживаться правил, потому что если человек не соблюдает законы нравственности, то он растрачивает свои
благословения, свои заслуги, и они проявятся, но проявятся в нечистом состоянии. Вместо того, чтобы стать святым, человек просто может стать брахмаракшасом. Такие случаи тоже были. Вот, поэтому это важно, да, то есть это ответственность перед собой, по крайней мере. В городе Чемпавати некогда жил царь по имени Махисмата. У царя было 4 сына. Старший из сыновей Лумпака был великим грешником. Он поносил браминов, вайшнавов и полубогов и был очень привязан к азартным играм и проституткам. Злокозненный Лумпака жил в джунглях и грабил подданных своего отца. Хотя он попадался на разбоях, граждане отпускали его, зная, что он царский сын. Вот, видите, даже при таких обстоятельствах никто никогда не поднимал руку на царского сына, потому что, ну, это считалось все-таки царская кровь, это все равно, что обидеть царя. То есть всегда в первую очередь рассматривался закон родового дерева. Обижая сына, соответственно, наносится оскорбление самому отцу, то есть царю. Даже если царь не знает, то все равно закон кармы сработает. Лумпака питался сырым мясом и фруктами. В лесу росло баньяновое дерево, которому поклонялись так же, как полубогам. Какое-то время Лумпака жил под этим деревом. Однажды случилось так, что накануне дня Экадыши, что выпадает на убывающую луну месяца ноября-декабря, Лумпака, будучи ослабленным, изнуренным, потерял сознание. Очнулся он в полдень Экадыши. В тот день Лумпака не мог убить ни одного животного, поскольку очень сильно ослаб. Поэтому он лишь съел немного фруктов, предложив их предварительно Господу Вишну Нараяне. К тому времени солнце село. Всю ночь Лумпака бодрствовал. Поскольку Лумпака постился и бодрствовал, то он неосознанно соблюдал Сампхала Экадыши. Господь Мадхусудана принимает поклонение и обет соблюдения этого Экадыши, возложенный на себя практикующим. В результате того, что Лумпака соблюдал Экадыши, он стал правителем огромного царства. То есть, само по себе в соблюдении этого поста, оно решает наши материальные проблемы. Вопрос в другом. Сейчас Кали-Юга, и, конечно же, все будет работать с запозданием, потому что закон кармы в силу наличия очень большого количества энергии тамаса на планете, да, он работает с большими задержками. И, естественно, есть большая вероятность того, что данный результат может проявиться вообще не в этой жизни, а в следующей. Но, так или иначе, пробовать стоит. У кого-то, возможно, карма более благоприятная и сработает даже в этой жизни. Следующее. Утром следующего дня после Экадыши перед Лумпакой предстал божественный конь. Послышался голос с неба, сказавший: «О, принц, милостью Господу, Господа Мадхусуданы и благодаря влиянию Сампхала Экадыши ты получишь царство и станешь беспрепятственно править им. Возвращайся к отцу и наслаждайся властью». Следуя этому наставлению, Лумпака вернулся к отцу и возложил на свои плечи бремя ответственности царя. Впоследствии у него появилась прекрасная жена и родились замечательные сыновья. Так счастливый Лумпака правил своим царством. Соблюдая обет, обратите внимание, друзья, все-таки он был большим грешником. И только лишь за даже бессознательное соблюдение этого поста он получил подобное благословение. Также хотелось бы добавить, друзья мои, что, видите, здесь он всю ночь бодрствовал. То есть не забывайте, что все Экадыши нужно ночью бодрствовать. Ну, стараться бодрствовать. Вот. Утром можно вздремнуть в часик-два, но всю ночь желательно выполнять какую-то духовную работу. Можно читать священное писание, можно начитывать мантры, вот, ну и так далее. Здесь на наше усмотрение, это наш выбор. Вот. Но даже, видите, даже будучи мясоедом, а это уже, по сути, уровень падения касты Чандал, когда люди кушают мясные продукты, это считается, что такая душа принадлежит касте Чандалов, это пятая каста. Каста отверженных в обществе или отбросов общества.
Вот, и он уже обладал такими качествами. И тем не менее, благодаря этому посту он очистил эти свои кармы и восстановил свою карму, которую он получил при рождении, да? То есть он же родился сыном царя, соответственно, у него очень хорошие качества должны быть. Вот, он смог с помощью этого поста просто восстановить. Дальше, соблюдая обет Самхала Экадыши, люди достигают славы в этой жизни и освобождения в следующей. Слава людей, соблюдающих этот Экадыши, не знает себе равных. Соблюдая этот Экадыши, человек получает результат совершения жертвоприношения Ашвамедха. Ашвамедха – это считается высшая ягья, во время которой подносится конь, священный конь. Вот. Потом как-нибудь затронем эту тему, там тоже очень много интересных легенд, историй. Вот. Существует еще там правило определенное, что ты, если, допустим, нельзя во время этого поста кушать зернобобовые, то есть всевозможные крупы, если у человек испытывает трудности с организмом, для примера, у него какие-то заболевания внутренние, то можно питаться фруктами. Но там также существует еще и правило выхода из данного поста. Но они не столь важны, да, то есть мне как-то друзья писали, что там, я не помню точно, то ли если держишь на фруктах, должен выходить через зернобобовые, а если вот не кушал и фрукты, то нужно там как-то обязательно выходить через фрукты, ну что-то такое. В общем, вообще не обращайте на это внимания, самое главное это пост. Как вы выйдете, это второстепенный элемент, это вообще это, ну, придумки уже людей. Есть такое, да, во многих традициях подобные практики, они потом начинают обрастать бесконечными количествами всяких ритуалов, стой на одной ноге, моргай левым глазом, ешь фрукты левой частью языка и любой такой бред, да, то есть не обращайте внимания, самое главное это пост без зернобобовых, можно на фруктах, лучше без них, и если есть возможность, можно и без воды. Если тяжело, не можете, не выдерживаете, можно пить воду. На наше усмотрение, но самое главное, чтобы, друзья, еще раз повторю, это бодрствовать всю ночь. То есть в эту ночь спать нельзя. В этом случае, конечно, мы получаем благословение, и таким образом, выходя уже из поста, это благословение закрепляется в нас. Это важно. Почему нельзя спать? Потому что сам по себе сон, ночной сон, он несет энергии мира животных. Почему? Потому что мы бессознательны. Йоги никогда не позволяют себе быть бессознательными, и они даже спят, стараются спать осознанно в состоянии медитации. Ну, то есть в состоянии йога-нидры. В противном случае мы просто тратим свою жизнь на бессознательное качество, бессознательное состояние. Ну, это такое вот немножко отступление небольшое. Всем советую. Завтра также буду поститься со всеми. Начинаем. Еще раз хочу сказать. Так, московское время. Соответственно, добавляйте там. Московское время 8:59. Вход 30 декабря, то есть утром. И выход 8:59 31 декабря до 11:30. Все, всем спасибо. Еще, друзья, маленький совет. Сама по себе вот эта вот история, которую мы услышали о принце, который вел себя скверно, потом соблюдал пост и вернул свое царство, оно несет благословение. Естественно, человек, который слышит эту историю, он также получает благословение, равную соблюдению посту. Поэтому, если вы хотите получить благословение данное, то можно распространить это видео, допустим, по своим социальным сетям. И таким образом, люди, которые
посмотрят его, услышат эту историю, они получат благословение, и вы также получите благословение. То есть не ленитесь, цените эту возможность, поверьте, это все работает. Вот в традиции индуизма это вот единственная традиция, в которой действительно подобные истории привносят благословение, меняют жизнь, изменяют судьбу. То есть мало того, что люди, которые посмотрят видео, они получат благословение, еще и мы за счет того, что распространили этот ролик, мы также получим благословение. Всем спасибо. Пока-пока.